правая полоса уходит на Тополева, наша крайняя левая превращается в правую, видишь? Mm-hmm. И получается наша полоса вдоль бордюра. Теперь можешь перестроиться в левый ряд. Если ты руль будешь одной рукой держать, ты экзамен никогда в жизни не сдашь, mm-hmm. поверь мне. Ну, я на экзамене, все так говорят, поверь мне. Только двумя руками. Район пилота. Знак 40, 300 метров. Как определить 300 метров? По перекресткам. Каким перекресткам? 300 метров. Вот у тебя спидометр, видишь? 149 километров, точка 400 метров. От пятерочки считай. Нет, от пятерочки, потому что ты же не знаешь, когда было четверочка. Вот сейчас, видишь, пятерочка перещелкнулась. Значит, ну, так и так до перекрестка. Ну, он так-то и так, а тебя спросят на экзамене, какой перекресток.